Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня пятница, прилетел Зур, прилетел он на Нес, могилу смотрителя, вот здесь он и располагает. Роковая энграмма идет одна на три персонажа, подходите к покупке с умом, дает вам недостающую экзотику, пятерка мечей дает возможность настроить сумеречный налет так, как вам удобно. Зур нам сегодня привез колонию, эта экзотика исключительно для PvP, для PvE, я вообще не вижу ее смысла использовать, самонаводящиеся такие мини-роботы. Так вот, и фишка заключается в том, что если вы один раз попадете самонаводящимся, вы не убьете. А если двумя, то убиваете мгновенно. Ее прикольно использовать именно тогда, когда враг находится, допустим, за укрытием. Но если вы попадете этой минкой прям в тело, да, то есть навесом, тогда вы убиваете. На Титан он привез маску Тихого, среднечковая экзотика, можете использовать ее и в PvP, и в PvE. Но есть более актуальные экзотики, скажу сразу. Например, в PvP все-таки лучше одноглазую маску, на мой взгляд, использовать вместо этого. Когда у вас критическое здоровье, вы убиваете противника, у вас полностью восстанавливается ваше здоровье. На Варлок он привез сапоги лунофракции. Для чего они нужны? Фактически для одного, для средней ветки огненного Варлока, который ставит раскол. Да? Если у вас, допустим, нету купола, да, тогда он увеличивает ваш урон. Но в целом обычно он сочетается именно с куполом. То есть человек зашел в купол, получил 35% доп. Урона, зашел в раскол, у него повышенная скорость перезарядки. Вот для этого и существуют эти ботинки. Ну и на охотника он привез клятву Синобу. И если вы думаете, ерунда, вы ошибаетесь. Почему? Смотрите, данная экзотика улучшает вашу рикошетную гранату, правильно? Вот, и когда вы наносите урон этой рикошетной гранаты, у вас восполняется энергия гранаты. Если вспомнить карнавал 2019 года, то охотники в соревновалке поголовно использовали эти наплечники. То есть там был откат быстрой гранаты, и все просто кидались бесконечно гранатами. Если в этом году будет то же самое, что и в прошлом, эта экзотика вам пригодится. В общем, такие пироги нам принес... Зур. На самом деле, есть интересные моменты. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!